Сегодня 6, нет, 7 уже октября. Я нахожусь в городе Йошкар-Ола. В гостях у Натальи Филоновой. Это ее магазин «Амелия» в торговом центре. Забыл, как называется. Потом скажу, когда мы зайдем. Это современный торговый центр. Наталья сама скажет, подскажет нам, какой торговый центр. Очень достойный магазин. Мы просто рады, что наши бизнес-встречи, как говорит сама Наталья, первая бизнес-встреча, дала ей толчок, и она уже появилась здесь, рядом магазины «Меловица», «Пальметта» и «Инканта». Три фирменных магазина. Ее магазин ничем не уступает им. Ольга, Наталья, торговый центр здесь как называется? «Елка». «Елка»? «Елка», новый торговый центр «Елка», то я забыл. Итак, смотрим ассортимент. Здесь коробочная «Италия» находится и «Эротика». Проходим дальше и видим знакомые нам изделия компании «Сермия». Здесь «Хани». Его марка более бюджетная, очень хорошо представлена. Ходим, смотрим в Йошкар-Оле, лучших магазинов мультибрендовых нет. Это единственный магазин. Очень приятно, что именно Наталья, его хозяйка, воплотила это все вот в этой, на этой площади. Ну вот, белевики наши, кто знает Наталью, могут за нее порадоваться. И всем желаю такой магазин.